Надеюсь, что нормально. Спасибо огромное. Эти монстры чуть до меня не добрались. Да, Харлоу говорила, что вы здесь. Хорошо, что вы справились. О, господи. Еще чуть-чуть, и нам бы конец. А вы, черт возьми, тут откуда? Это ржавое корыто, на котором мы были, затонуло. Так, нам надо обсудить мост. По нему эти мрази перебираются прямо к нам. Насчет этого я и так уже в курсе. Чертов мост — наше слабое место. У нас есть заграждение. Может, получится их замедлить, перекрыв другие входы. Можете нам помочь? Договорились. Вот, спасибо. Берите рулоны с сеткой и растягивайте ее в указанных местах. Thank you.
Приятно тебя видеть. Приятно тебя видеть. Это их точно замедлит. Спасибо. Действует. Но по поводу моста вы правы были, надо его взорвать. Это слишком опасно. Надо взять ракетницу и поджечь с ее помощью бочки у моста. Я слышала взрыв. Вы взорвали чертов мост? Это действительно было необходимо? Слава богу, вы выжили. Ага, теперь за мной должок, мудила.
Вставай, живо, сукин сын. Стоп. Я в долгу не останусь. Похоже, вы все знакомы. Я знаю, что вы обо мне думаете, но, клянусь богом, я не желал вам зла. Не я командовал операцией. Это все Серпо. И кто он такой? Он работает на частную фирму. Мое начальство в кармане у его начальства. Все решения принимают они. Мне жаль, что они с вами так поступили, но он никак не мог... Зачем именно они здесь, полковник? Ходят слухи, что они пытаются использовать эту чуму в качестве биологического оружия. У вас иммунитет. Полагаю, ваша кровь необходима им для исследования. Вы об этом знали и даже не попытались им помешать? Я солдат. Я выполняю приказы. Ну, солдат, слушай мой приказ. Иди-ка ты в жопу. Просто послушайте, я могу вам помочь. В Хендерсоне есть военная база. Я знаком с их командиром. У них есть продукты, вода, оружие. Они знают способ выбраться с острова. Когда мы в прошлый раз доверились военным, нас бросили в клетку. Послушайте, я понимаю, что вы чувствуете. Но у нас не так много времени. Этот остров будет скоро взорван. Взорвать? То же самое нам об Аной говорили. Что-то там бомб не было видно. Вы в этом уверены? Понятно, почему столько вертолетов в последнее время. И все с ящиками со снаряжением. Именно. Они пытаются замести следы. И как только эвакуация закончится... Они хотят сбросить бомбу? Слушайте, я ни хрена не доверяю этому гаду, но его надо выслушать. А вдруг этот козел реально говорит правду? Надо сваливать с этого драного острова. Чтоб меня... Что ж, значит, в Хендерсон? Если это так, мы все отправимся с вами. Что ж, пора действовать. Иммунитет только у 5 из нас. Кому-то надо остаться и защищать лагерь, пока остальные уйдут на разведку. Хорошо, пора за дело. Ладно, полковник, но если вы лжете, да поможет вам Бог. Больше помочь будет некому. Эй, подойдите-ка сюда. Чем я могу помочь? Если мне удастся пустить по ограде ток, эти чертовы твари поджарятся еще на подходе. Но мне нужен источник питания. Кабели и аккумуляторы вполне подойдут. Можете принести немного? Ну не могу же я тебе отказать. Кабели лежат в сарае неподалеку отсюда, а аккумуляторы есть на стоянке. Поговорить с Харлоу. Ей об этом острове все известно. Знаете, я раньше на маяке работал. До того, как весь этот бардак начался. Послушайте, если надо поговорить. Вы с Харди друг друга не жалуете, правда? Он меня в камере запер. Я чуть не утонул вместе с кораблем. У остальных из-за этого проблем не будет, правда? У нас и без того забот полон рот. Обо мне не волнуйся, ладно? Как мне добраться до Хендерсона? В джунглях все размыто муссонами. Так что, видимо, только морем. Тут есть один парень из Халая. Он говорит, это рыбацкая деревня. Там должны быть лодки. Если удастся заполучить одну, можно будет легко добраться до Хендерсона. Когда в путь? Да. Хорошо. Чем быстрее доберетесь до Хендерсона, тем быстрее мы отсюда выберемся. Как видите, каждый из нас вносит свой вклад в общую безопасность и благосостояние. Если достанете нужные припасы, сможете воспользоваться нашими способностями. Слава богу, вы теперь с нами. Столько наших уже погибло. Подождите, пожалуйста. Я хочу вас кое о чем попросить. Чем я могу помочь? Вам стоит пойти осмотреть пляж. К берегу могло прибить что-нибудь с разбившегося корабля. Что-нибудь полезное. Вам стоит поискать. Да. Храни вас Бог.
Только, пожалуйста, будьте осторожнее. Там много этих тварей. Надо найти ту рыбацкую деревушку. Если нужно какую аппаратуру починить, обращайтесь. Пытка не пытка. Что у нас тут?
рискнем заглянуть. Тебе что-нибудь нужно, прежде чем отправиться в последний путь? Нет, это я так шучу. Ты снова... Блин, они пробились! Слава богу, вы теперь с нами. Отлично, спасибо. Надо найти ту рыбацкую деревушку. Они ломают заграждение! Не жалую я военных чуваков. Не доверяю. Говорят, Харлоу отправила вас в Халай на поиски лодки. По-моему, план не самый плохой. Будьте там осторожнее, хорошо?